Всем привет! Меня зовут Екатерина Дзюба. Я являюсь художником и автором школы песочной анимации. 10 лет назад в моей жизни появилось увлечение рисованием песком, которое впоследствии стало моей профессией и полностью поменяло мою жизнь. Постепенно, овладевая техникой песочной анимации, я стала принимать участие во всевозможных выставках и конкурсах, а также представлять свои песочные программы на различных тематических мероприятиях. 5 лет назад я и моя творческая команда стали создавать уже большие серьезные проекты, такие как театральный песочный спектакль «Алиса в стране чудес», где я представила свое песочное иллюстрирование в синтезе игры актеров сцены. Также еще один интересный, уникальный проект на музыку Антонио Вивальди «Времена года» с участием солиста камерного оркестра и меня как художника. Еще один интересный проект – театрально-песочный спектакль «Приключения Пиноккио», в котором уже слились 3 вида искусства – это песочная анимация, актерское слово и живая музыка. Постепенно моя география выступлений стала расширяться, и я стала уже выступать по всему миру. В прошлом году я приняла участие в очень интересном телепроекте «Германия имеет талант», где представила зрителям очень интересную притчу, которую рисовала не сама, а вместе со своим 10-летним сыном 4 руки. В режиме онлайн на сцене мы рассказали в своей истории, что же такое настоящее счастье. Это была наша победа, и я до сих пор с теплотой вспоминаю об участии в данном телепроекте. Параллельно с выступлением я всегда задумывалась о создании своей авторской методики и создании своей школы по песочной анимации. И сейчас я поняла, что благодаря информационным технологиям 21 века я могу максимально поделиться своими знаниями и опытом через такую интересную платформу, как онлайн-школа песочной анимации, куда, собственно, я вас сейчас и приглашаю. Итак, друзья, добро пожаловать в мир творчества и песка. Для кого может быть интересен данный курс? В первую очередь для людей, кому не безразлично искусство, кто любит рисовать и креативить и хочет открыть для себя новую возможность раскрыться как творческая личность и удивлять своих друзей своими песочными творениями. Также курс для всех преподавателей и воспитателей учебных заведений. Ни для кого не секрет, что песочная анимация сегодня – это великолепный инструмент в работе над мелкой моторикой и индивидуальными способностями ребенка. На базе моих курсов и практических занятий вы сможете внедрять в свои уроки новые приемы и техники. Также курс для художников и дизайнеров. Если вы ищете новые возможности своей творческой реализации, этот курс также будет интересен и вам. Курс, конечно же, для всех-всех родителей, так как с помощью песка со своими детьми вы сможете открыть для себя прекрасное времяпрепровождение, научиться вместе фантазировать и креативить. Моя главная цель этого курса – не только научить вас технике рисования на песке и умению монтажа, но и передать любовь к этому виду творчества и научить воспринимать данный жанр как полноценное самостоятельное искусство и интересную профессию. Я буду очень рада, если песочная анимация войдет в ваш дом, и вы своими руками будете радовать своими песочными картинами и историями всех своих близких и родных. Дорогие родители, я также очень хочу, чтобы песочная анимация открыла вам новые творческие горизонты с вами и с вашими детьми, и вы открыли для себя совместное семейное творчество, как песочная анимация. Как сказал великий художник Пабло Пикассо, каждый ребенок – художник. Проблема в том, как перестав быть ребенком, оставаться в душе художником. Дорогие мои друзья, я желаю каждому оставаться в душе художником и каждый день находить возможность радоваться и творить.